На этих кадрах ремонт в детской поликлинике номер 3 на Камышинской только начался. Это первые числа июля. Рабочие готовят преобразовать первый этаж учреждения под единый медицинский стандарт. В рамках нацпроекта здравоохранения особое внимание уделяется детству, в рамках десятилетия детства. И все детские поликлиники к 2021 году президент поставил такую задачу, что они должны соответствовать новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. А это съемки дня сегодняшнего, когда первый этаж поликлиники преобразился после капитального ремонта. Вместо серых стен – дизайнерское красочное оформление, регистратура открытого типа, отдельный колл-центр и картохранилище, а также новая мебель. Единый стандарт подразумевает и другую модель входной группы. За дверную ручку толкать теперь не придется. Здесь установили автоматические двери. В ближайшее время в поликлинику довезут недостающую мебель, повесят таблички и установят телевизоры, чтобы транслировать мультфильмы для маленьких пациентов. Сумма ремонтных работ здесь составила чуть больше 3 миллиона рублей. И также в эту поликлинику в рамках программы развития был закуплен новый цифровой рентген-аппарат, который у нас располагается на 4-м этаже. Вот, он достаточно мощный, с минимальной лучевой нагрузкой. Поликлиника на Камышинской – крупнейшее подразделение Ульяновской детской больницы. За медучреждением закреплены 20 тысяч детей и подростков. Очень радует, что детские стены приобретают такие красочные цвета, потому что дети должны с позитивом сюда приходить и не ожидать каких-то отрицательных моментов. И я думаю, такая раскрас такой стен очень позитивно настраивает и родителей, в принципе, и детей. За детской поликлиникой номер 4 на Варейке сочислится более 10 тысяч пациентов. Учреждение также входит в структуру детской больницы. Подгонять под стандарт объект начали в октябре. В этом году ремонту подлежат 2/3 поликлиники. Помимо регистратуры, входной группы и стен, здесь будут расширять коридоры. А в УЗИ-кабинете появится новый аппарат экспертного класса. Сумма данного контракта составила 4,5 миллиона рублей. Вот. И на следующий год нам тоже выделяют деньги из областного бюджета на ремонт второй половины поликлиники. Закрывали частями, потому что, чтобы продолжать оказывать медицинскую помощь. Все участковые врачи осматривают детей в поликлинике номер 4 без изменений. А вот к узким специалистам на прием родители водят детей в дневной стационар на улице Дмитрия Кожемякина. Но это все временные трудности. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.